Добрый день. Вы на канале Нажениты, Омская область. Спросите, как дела? Ну как дела? Нормально? Собака ночью родила. Короче, всю ночь не спал, каждый час бегал, смотрел, что и как. Ну, что, для кого-то скажется, это ерунда, а собака. А тут нет. Во-первых, не та порода крупная. У них все не так просто. И кроется тяжело, и чиниться тяжело, последствия. Просто покажи. Нет, не покажу. Когда щенки окрепнут, собака отойдет после родов, примут товарный вид, тогда еще можно будет показывать. А пока нет. Канал сначала задумывал свой чисто как технический, чтобы поделиться опытом с Володей Сакуневым. Ну а потом люди пишут, звонят, покажи, как живешь и тому подобное, что делаешь. Ну что я делаю? Что я сейчас что делаю? Готовлю кормосвесь для моих дойных. Мы занимаемся молоком, производством молока. Значит, а коров кормить нужно не только сеном, но обязательно нужно им давать кормосвесь. Кормосмесь какую? Значит, дроблю овес, набрали овса у меня и в этих мешках, во всех углах там стоит, и в бочках. В общем, расход такой, корове что нужно дать. Значит, во время доения, для того, чтобы она дергалась, не брыкалась, нужно обязательно давать ей прикормку. Что я даю? Значит, это ведро овса, в это ведро овса дробленого я добавляю минимум, значит, отруби гороховые. Для чего нужны отруби гороховые? В них содержится белок. Белок влияет на качество молока, на его структуру. Значит, при лабораторном исследовании требования такие, чтобы белка в молоке было не меньше, чем 2,8%. Вот он восполняет белок. Потом, обязательно, значит, для того, чтобы корова восстанавливала свои свойства, нужно давать ей кальций. Кальций дается в меле, вот мел кормовой. Корова с молоком, значит, вымывает кальций. И этот кальций содержится в молоке. Восстанавливается. Потом что обязательно даю? Даю кормовую серу. Тут пропорция, значит, минеральная сера желтого цвета. Пропорция тут небольшая. Вот так вот она выглядит. Для чего нужна сера? Тоже нужно обязательно давать. Сера улучшает работу желудочно-кишечного тракта. То есть улучшает сокращение. Тут желудок хорошо сокращался. И потом, значит, вся эта масса, которая проходит, значит, через желудочно-кишечный тракт, своевременно выбрасывалась. Если переусердствовать с серой, у коровы может открыться понос. Значит, еще для чего сера нужна? Ну, это в небольших дозах, значит, является хорошей профилактикой от гельминтов. Значит, чтобы уничтожить глистов, чтобы не было у коровы. Значит, вот это дается корове, значит, ну каждой корове утром и вечером во время доения. Расход у меня, ну не знаю, ну сложно сказать. Ну, мешка не хватает. Ну вот бочки у меня стоят. Бочка уходит в день. Значит, я дроблю через день. Так, что еще сказать? Ну, до новых встреч. Буду дальше работать и показывать, значит, свои репортажи. Все, пока, друзья.